горя я изменила нос. Как вколоть, что вколоть в губы. Побольше мне читать бы книг. Меня иногда мой парень даже ревнует, так что... Всем привет! Я думаю, по названию ролика многие догадались, о чем пойдет речь. Я не знаю вообще, насколько меня хватит развивать эту рубрику, насколько это интересно будет дальше для меня, но на данный момент я считаю, что эта рубрика имеет место быть, но мне есть чем поделиться с вами и вообще есть о чем поговорить. Сегодня я... выбрала такую тему, тема красоты именно женщин. Знаете, в нашем мире все индивидуально, не только красота, не только подход к этой красоте. Я не претендую на правильность. Знаете, у каждого был и есть свой опыт жизненный. Все-таки я добралась до истории. История, которая, даже несколько моментов, которые постигли меня, наверное, это были... уже тогда шаги к созданию моего внутреннего я. Я просто тогда еще не знала об этом. Сейчас я это понимаю и, блин, благодарна вообще вот судьбе, наверное, я не знаю, благодарна ситуации какой-то, благодарна людям тем же, себе, своему мозгу, что я со временем все-таки накапливала эту информацию и делала какие-то выводы. Не знаю, в лет... 12-13, так как я стала развиваться позже, чем все остальные девушки у нас в классе, в плане развития тела. И на протяжении всего этого времени, пока все созревали вокруг меня, мне хотелось, конечно же, тоже выглядеть хорошо. У меня было тело, но не было груди. Она не росла, вот просто не росла. Знаете, вот ну не дано. Многие пытаются пристыдить за это. Знаете, как я один раз сказала девушке, подружке уже своей, которая сказала мне о том, что, блин, ну все у нас с тобой вот идеально, губы, внешность, фигура, за которой мы следим. Вот почему Бог сисек не дал? И я так проржала тогда, но ответила ей, что, знаешь, не это самое главное в жизни. Да, нравится пышная грудь всем практически мужчинам, но любят-то не за это. И потом дополнила такой фразой: все ухажеры, которые у меня были, никто никогда не жаловался. Да, это звучит самоуверенно, да, это звучит как-то двусмысленно, но любую другую девушку возьми, у которой нет большой груди, она тебе то же самое ответит. Так вот, на почве этой груди у меня и были два случая. Может быть, их было больше, но припомнила я два. Лет 12-13 мне хотелось же все-таки выглядеть презентабельно, как все, с грудью. Я приобрела бюстгальтер, обычное белье с поролоном. Само белье было выполнено в виде купальника, таких вот треугольных чашечек, что ли, которая облегала грудь и не казалась при этом, ну, чем-то инородным. Допустим, если ты в какой-то закрытой одежде. Когда ты надеваешь какие-то майки, какие-то более открытые вещи, это все заметно в любом случае. И уже тогда, я помню, когда мы знакомились с мальчиками, мне подружка рассказала о том, что, знакомясь с очередными парнями, один из них подметил, что у меня, походу, бюстгальтер с поролоном. После того я перестала носить вообще такие бюстгальтеры. Но со временем появилось вот это белье, которое называется у нас сейчас push-up. Это очень модно, это очень круто. Но да, это круто, знаете, где... Когда ты выходишь на красную дорожку, в свет, в люди, в шикарном платье или в шикарном каком-то одеянии, где это белье уместно. Когда ты живешь обычной, размеренной жизнью, даже не в этом дело, знаете, я не ощущаю себя, мой мир... не такой, чтобы так вот выражаться. Я, наверное, уже переросла это. Это действительно какое-то малолетство, когда носки подкладывали, бумагу туалетную. Когда такое белье стало модным, ты это видишь, и тебе это хочется, потому что ты попадаешь под влияние всего окружения. Видишь, что есть у всех остальных, и своего мозга не хватает как-то информацию, ну, немножко...
перекладывать на себя, да, а будет тебе хорошо, а будет тебе удобно, да пофигу, я надену, а там как-нибудь разберемся. И действительно так и было, я носила это белье, мне было неудобно, жутко неудобно, мне все давило, у меня все вываливалось. О, это такая каторга для меня была. Но когда ты стоишь, у тебя прям все красиво, ты надеваешь майки, все красиво. Но все равно было заметно, что на тебе какое-то белье особое, потому что грудь прям до носа поднимается, и это неестественно. Такой груди нет, просто вот вообще не существует. Я долгое время пользовалась этим бельем, потому что у меня были куча таких комплектов, и, соответственно, чтобы заменить это все, нужно куча денег. И было жалко выбрасывать. И тогда мой мозг размышлял по-другому. Подошло время к купальному сезону, подошло время оголяться, и у меня не было купальника с пуш-ап. Я почему-то на тот момент даже не думала об этом. У меня был купальник с обычными тряпичными чашечками. Там, если и был поролон, то такой тонкий, лишь бы только... Такой нюанс скажу, чтобы соски не проглядывали, чтобы это все не было таким вот прям пикантным. Наверное, уже на тот момент я понимала, что что-то здесь не то и что-то меня не устраивает. Так долго это все переваривала, но, соответственно, когда подошел сезон, то все друзья очень даже удивились. Куда же делась моя шикарная грудь, которую они лицезрели через мои многочисленные кофточки, маечки. Вот тогда меня просто осенило. Мне никто ничего не сказал, но я увидела по взглядам. Знаете, вот эти взгляды, когда что-то куда-то пропало, исчезло, просто испарилось. Вот такой был у меня опыт. И такой же опыт у меня был по поводу косметики. Когда у меня были тонкие брови, я их всегда рисовала. Они были у меня всегда либо черным карандашом подведены, либо темно-коричневым. И когда я стала их отращивать, я перестала их подкрашивать. У всех были такие же взгляды, как по поводу моей груди. Многие даже ржали надо мной, куда делись мои брови. Я уже тогда конкретно занялась своим внутренним миром, заботилась тогда только об этом. Мне было пофигу, кто что скажет. Мне было неприятно, когда в тебе находят какой-то изъян и постоянно давят, да, на это, постоянно тебе указывают. Еще об этом на канале стали писать очень часто. И как-то, знаете, под всеобщим этим мнением ты иногда задумываешься, блин, может сделать действительно татуаж, блин, может быть заняться действительно там своей коррекцией внешности. Но сейчас я понимаю, как хорошо, что я не поддалась на эти все провокации, имела какой-то стержень, что ли. Я не знаю, как сказать, я не знаю уже, как похвалить себя. Не нужно ничего в себе менять. Да, вы можете что-то где-то скорректировать с помощью косметики, что-то где-то подчеркнуть, но делайте это настолько минимально, чтобы, понимаете, вы умылись, и чтобы какой-то большой разницы вас люди не замечали. Чтобы вас любили такая, какая вы есть, а не той, которой вы можете быть, когда вы накраситесь. Я не буду накладывать тонны косметики, лишь бы кому-то что-то показать в себе. Косметика — это не способ что-то замазать, что-то скрыть. Косметика — это просто то, чем я пользуюсь. Я, допустим, рада, что я переросла вот этот этап косметического сумасшествия, обилия косметики не только в ящиках, но и на себе. Знаете, это хорошо, конечно, накладывать косметику, выглядеть круто, хорошо, подчеркивать где-то что-то, сидеть часами краситься, собираться куда-то, пробыть в этом месте 5 минут. Я в какой-то момент просто поняла, что, блин, как бы было хорошо, во-первых, не тратить кучу времени на то, чтобы краситься, а просто проснуться утром, умыться, как-то поухаживать за своим лицом и отправиться по любым своим делам. Когда я только начинала вести блог, у меня был блог, как и у всех, о красоте, о косметике, об уходовых средствах, об одежде. Это, знаете, все такое вот
стандартная для YouTube, потому что все практически с этого начинали. Я не скажу, что я сейчас не интересуюсь этим. Интересуюсь всю информацию, которую впитываю, нахожу для себя. Я настолько избирательно эту информацию впитываю в себя, что уже не хочется, знаете, даже у понравившегося блогера увидела какую-то фигню и побежала срочно купила. У меня уже такого нет. Я реально смотрю на проблемы, я реально смотрю на свои какие-то возможности, и тогда уже делаю вывод, именно вывод, нужно мне это или не нужно. Сейчас посмотришь на всех блогеров, вот однотипные, все как один инстаграмные воительницы, вот прям чудо-женщины, серьезно. И даже те блогеры, которые раньше были каким-то примером для тебя, то, что они меньше пользуются косметикой, выглядят красиво, выглядят лучше даже, чем ты, сейчас превратились в то, от чего, допустим, ты уже отходишь. Мозг и душевное твое состояние слились воедино, и стало сразу понятно, что к чему. Нет, я, конечно, не имею в виду, что вообще не нужно ничем пользоваться. Я говорю об обилии косметики. Сейчас даже на улицах встретишь девушек с боевым раскрасом. Есть такие мужчины, которым нравятся накрашенные девушки. Но опять же, когда ты умываешься, просто все мужское желание пропадает. Поэтому нужно соизмерять. Если я нанесу минимум, и я не изменюсь на 100%, но при этом буду выглядеть хорошо и привлекать мужчину, это то, к чему нужно стремиться. То же самое про операции. Я, опять же, не против этого всего. Делайте вообще с собой все, что хотите. Я, допустим, высказываю свой какой-то мир, который во мне зародился. Я шла к этому миру в себе маленькими шагами. Я его созидала, делала его таким, чтобы он не был скудным. Это дальше меня развивал, дальше поддерживал во мне вот эту жизнь, которая во мне есть. И за счет этого нужно выглядеть лучше, когда ты живая, не просто какое-то чудовище накрашенное, в котором просто пустота. Допустим, блогеры, которые делают кучу перемен в себе, губы, носы, это очень сейчас популярно, я уже молчу про сиськи, жопы. Понимаете, вот все делают это с собой, все такие деловые, мы никого не слушаем, все тупые вокруг. А потом просто сидят на камеру и ноют, ноют, как у них жизнь переменилась, какая неудача их постигла. Вы же заведомо уже знали, что есть куча случаев с неудачами. С чего вы уверены, что у вас все вот должно было быть идеально? Понимаете, нет такого понятия, как идеально. Это слово вообще, мне кажется, придумал, наверное, несуществующий человек, потому что нет идеальных людей, нет идеальных моментов, нет ничего идеального в нашем мире. Даже красота пейзажа, которая вам кажется на данный момент идеальной, далеко не идеальна. В ней есть изъян. Просто на данный момент вы, именно вы, со своим внутренним миром, со своими взглядами на жизнь, вы не замечаете этих изъянов. То же самое с людьми, то же самое и с животными. Совсем, абсолютно. Не бывает ничего идеального. И все, кто думают, блин, я сделаю сейчас себе вот нос и буду идеальной. Нет. За носом пойдут губы, за губами глаза, за глазами сиськи. И так дальше. Вы будете делать из себя Барби, а получится по итогу Шрек. Я на все это смотрю, честно, мне жалко. Просто жалко людей, которые сами же себя портят. Ни врач, ни какая-то там неудача, которая постигла их. Нет, вы сами себя портите. Не знаю, вот просто решилась на это видео, посмотрела на Робину Худину, как она изменилась. Знаете, вот когда я раньше красилась, именно тонну наносила на себя косметики и смотрела на ту же Робину Худину, когда она размазывала вот такую вот капельку тональника по своему лицу, пытаясь что-то замазать, я ржала, я просто вот смеялась над этим и считала, как это глупо. Но сейчас у меня совсем другое мнение. Я считаю,
Вот правильно она тогда делала, не нужно тонну на себя накладывать. Сейчас просто ситуация другая. Сейчас я накладываю на себя минимум, а Робина Худина накладывает на себя просто вот, вот такой слой косметики. Это парадокс, наверное. Наверное, те девочки, которые красились меньше, сейчас начинают краситься вовсю. Ну, во-первых, от этого кожа стареет, во-вторых, ну а дальше что? Дальше у тебя морщины пойдут, ты их начнешь замазывать. И я вообще надеюсь, я сделала какой-то посыл в чью-то голову, и вы задумаетесь просто над своей внешностью. Большая часть девочек, которых я вижу, и девушек, да даже женщин, я вижу с вот таким вот слоем, вот просто видно, подойдешь, вот так вот сделаешь, и на пальце останется пол лица. Каждое второе видео сейчас рекомендуемое — это «О горе, я изменила нос». Как вколоть, что вколоть в губы, превратилась в такую красотку за ночь. Лучше бы действительно побольше было видео, где показывают красоту каких-то городов, кто что прочел, кому что нравится, кто как видит и воспринимает наш мир сейчас. Вообще, мне интересно, куда приведет вот эта вот вся цепочка, которая состоит из соцсетей, инстаграмных, да и нет, блогеров, которые меняют мир, мировоззрение людей. Куда это все приведет? Чем станет наш мир в ближайшем даже будущем? Не знаю, бывают, одолевают меня мысли такие, всякие разные. А вы пишите свое мнение вообще на любой счет, вообще на все, что я здесь озвучивала. Может быть, свою какую-то историю рассказать. На моем канале много мужчин. А ну-ка, давайте же поговорим о женском белье. Я думаю, вам есть что рассказать. А уж как мне будет интересно почитать. Я надеюсь, вам понравился данный ролик. Настроение просто такое какое-то, знаете, спокойное, умиротворенное. И поэтому хотелось просто поговорить. И надеюсь, это мне удалось. Желаю всем удачи, желаю, чтобы в вашей голове было все настолько ясно, стало все по полочкам, чтобы вы понимали реально, трезво, что вы делаете, как вы делаете, и чтобы это было все обдуманно у вас. Ну а мы с вами увидимся в каком-нибудь другом ролике очень-очень скоро. Я вас всех люблю, целую. И пока-пока-пока.